праздничную субботу, 9 мая, в Самарской области будет облачно и пасмурно. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем от 5 до 12 тепла, ночью 5-7 градусов выше 0. В Сызрани небо в тучах, днем плюс 12 градусов, ночью плюс 6. Северный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, днем плюс 11, ночью 7 градусов выше 0. Ветер северного направления 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, но без осадков. В дневное время плюс 10, ночью 6 градусов выше 0. Ветер северный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.